Николаевич. Декан факультета И. Сергей Юрьевич. Дорогие мирцы, я рад приветствовать вас уже как полноценных, полноправных студентов, хозяев нашего университета. Ну, присоединяясь, не буду долго вас задерживать, присоединяясь во многом к словам нашего ректора, хочу сказать вам, как декан, у меня такая должность, не очень приятная для студентов. Обычно я сталкиваюсь с вами, когда речь идет об отчислении, о продлении сессии. То есть хороших студентов я вижу редко. Но я надеюсь, что сейчас вот я вижу перед собой отличников. Поэтому учитесь, соберитесь, ходите на все занятия. Ну и, конечно же, ни один из преподавателей, даже самый квалифицированный, который у нас в университете в огромном количестве представлен, не сможет дать вам тех знаний, которые имеет, если вы сами не захотите их взять. Только взаимный процесс учения и обучения может привести к хорошему результату. И помните, что вы, конечно, ВМЕХ это и вообще университет, и вуз это продолжение в некотором роде детства, такого свободного общения, формирование там дружеских связей, такого университетского братства. Но помните, что прежде всего вы пришли стать специалистами. Ваше будущее сейчас в ваших руках. Учиться, учиться и учиться. Поздравляю вас с поступлением. Удачи!